Нахожусь на станции. Вот такая станция. Море впереди. Вообще к вечеру похолодало, малости не жарко. Такая Испания. Днем жарко, солнышко выйдет. Смотрите, какой попугай. Один орёт, и всё, попугай такой. Ну что, орёт? Сколько попугаев, невероятно. Пойду-ка я там этих. Видите? Ой, Бланис уже идет. А, я пасту настроил. Эксцессипла. А, прибывает. Трен эксцессип. Блин, хотела. Вот это не попугай. Ладно. Все, пора уже. Ну все, в трене. Так вот, такие передачи показываются время. Ну, так рекламируют отдых. Италия, Испания. Постоянно такие. Так, есть такие еще передачи, как испанцы там отдыхают, где отдыхают. Вот. Или просто кто отдыхает в Испании. Вот. Очень красочные такие. Постоянно, знаете, испанский телевизор, он позитивный. Настолько позитивный. То ресторан, то еду показывают, то, значит, как готовить. Вообще, негатива не просто минимум, даже в новостях его нет. Ну, бывает, они как-то, ну, могут криминалы рассказать, может быть, ну, какая-то передача про криминал там, но оно настолько, ну, как-то мало, что незаметно. И это, понимаете, это... И люди поэтому, ну, как бы позитивно очень смотрят вот на жизнь, очень так это. Телевидение, оно очень влияет на жизнь людей. И когда оно, ну, вот все время негатив, конечно, людей еще, которые живут, где постоянно нет солнца, конечно, депрессняк страшный. Посмотрите, видите. Ну, вообще приятно, очень приятно такие смотреть видео, ну, не видео, а такие программы, как люди радуются. Вот, следующее, куда они поехали путешествовать, и скажут, ну, это вот как они ездят и рассказывают. Ну, вот так вот рекламируют. Ну, просто это, конечно, в основном это, естественно, программа для рекламы. Прямо там есть реклама этих отелей. Вот видите, они показывают. Это Италия. Сейчас, на данный момент, в Италии. Говорит, если у мужчины есть, говорит, живот, у него есть сила. Смешно. Ой, бедолага. И представьте, это вот здесь сейчас, вот зимой, вот так тепло. Хочу вам снять, что мне подарили как зрители, подписчики. Пара такая очень хорошая.
Так, смотрите, хлеб. Черный хлеб. Сейчас буду кушать чай крепкий. Клубника. Такой чай. Еще вот такой чай. Берсон сама. Летние ягоды написать. Ладно, перевожу. Вот. Черный чай с кусочками ягод, фруктов и ароматом малины. Вот видите. Вот. Может, сумер другой что-то значит. Но берес это вот ягоды. Ну вот. К сожалению, вчера почему так мало записала. Ну, я еще на телефон записала. Сейчас тоже сделаю видео. Вот как раз это видео будет с телефона. Почему так мало записала? Ну, в общем, у меня карточка памяти закончилась. Я почему-то думаю, что у меня еще там много, и даже не проверила. Ну, в общем, у меня все время так. Когда я все время все проверяю, все нормально. Как только я что-нибудь не проверила, все, сразу что-нибудь. И, конечно, самое главное, блин, забыла показать, чуть не выключила. Икра, смотрите. Икра. Ой, я давно уже икру не ела. Как-то. Ну, не знаю, почему мне в русском магазине подозрительно икру покупать. И она там еще очень дорогая. Ну, и подозрительно она там, в общем. Что-то я, ну, не особо доверяю. Ну, нет, может, конечно, там все нормально. Это мои какие-то страхи дурацкие. Ну, вот такая красота. Сейчас я себе сделаю бутербродик. У меня еще сало есть. Ильяска привозил. Ладно, до свидания.